Ладно, на сегодня хватит. Не спеши. Я еще не спешу. А что мы едим? 20-летние равиоли, шеф Боярди. Отличный был чел. Да, согласен. Надолго мы здесь? Сегодня посплю ночь. И завтра буду ехать весь день и всю ночь, так что к следующему утру будем уже в Вайоминге. Может, костер разведем? Я замерзла. Ты же знаешь, почему нельзя. Дым привлечет зараженных. Нет, они не настолько умны. Да и здесь их все равно нет. Люди? Что они сделают? Ограбят? У них на уме вещи пострашнее. Ясно. Он даже не воняет. Значит, это мешок Фрэнка. Джоэл! Что? Можно задать серьезный вопрос? Да. Почему птицам плевать на пугало? Потому что один в поле не воин. Ах ты, гад! Ты читал ее? Нет. А теперь спи. Насчет тех людей. Они же не узнают, что мы здесь, да? Нас никто не найдет? Нас никто не найдет. Ладно.